Говорят, для того, чтобы оставаться на месте, нужно очень быстро бежать. Вот наша дисциплина, согласитесь, настолько быстро, революционно развивается, что наша задача вот эту революционность превратить в эволюцию специальности. Поскольку немножко иногда эти революционные мысли, эти преобразования технологические, они захватывают и человеческие страсти. Последний слет, на котором многие были в Ярославле, были свидетелями хороших, интересных выступлений, вот которые у меня сложилось впечатление каким-то таким вихрем захватывало. Не успевали что-то обсудить, быстро, вот этот вихрь событий. И некоторые высказывания вызвали, ну, прямо скажем, опасения за единство нашей федерации. Мне бы хотелось сегодня очень кратко, но все-таки предложить некий путь по развитию нашей специальности. В конце концов, в этом задача и президиума, и всей федерации. И наблюдательный совет, глядя на происходящие события, ну вот в векторе движения некоторых наших коллег, ну, видят некие, может быть, некие странности. Ну, а общий призыв такой. На нас с вами лежит ответственность, и в письме министру отмечено, что мы разделяем вместе с министерством свою ответственность за нашу специальность. Ну, извините, что долго было такое вступление. И для того, чтобы наша встреча была юридически легитимна, позвольте предоставить слово нашей ревизионной комиссии, которая озвучит юриспруденцию. Я вас приветствую, коллеги. Очень приятно всех здесь видеть. Мы совместно с юристами подготовили справку о правомочности внеочередного заседания президиума и избрания председателя заседания. Я позволю себе сейчас эту справку вам зачитать. Проведение внеочередного заседания президиума в форме личного присутствия 3 июля 2018 года в 14 часов, то есть сегодня, здесь и сейчас, по адресу улица 8 марта, 1, строение 12, мы считаем правомочным. В некоммерческих организациях порядок проведения собрания коллегиального органа определяется положениями устава и не может быть изменен. Согласно пункту 1 статьи 28 закона о некоммерческих организациях, а также Гражданского кодекса Российской Федерации, уставом ассоциации прямо не предусмотрено лицо, которое руководит работой президиума в отсутствии президента ассоциации. В силу наличия пробела в регулировании мы считаем правомочным назначение председателем внеочередного заседания президиума вице-президента ассоциации. Лица, выбранные на должность главного ученого секретаря, членов президиума и ревизионной комиссии, могут быть переизбраны на новый срок. Мы все видели в переписке сомнения президента насчет правомочности этих должностей. Вот здесь как раз и дан комментарий юристов на это. Переизбрание членов указанных органов возможно лишь на основании принятого решения общего собрания ассоциации. Ограничений по требованию тех же лиц на те же должности уставом ассоциации не предусмотрено. В отсутствии принятых на общем собрании членов ассоциации решений по переизбранию членов органов ассоциации, их полномочия, внимание, сохраняются до момента вынесения решений общего собрания членов о переизбрании иных лиц на указанные должности. Законом не установлены последствия истечения срока полномочий лиц, занимающих выборные должности в ассоциации. В этой связи предлагаю дальнейшее ведение нашей встречи поручить вице-президенту Андрею Михайловичу Иванову. Ну, давайте проголосуем. Ну, давайте. Да. Кто за Андрея Михайловича? Две руки сразу. Кто воздержался? Андрей Михайлович, редиска.
Один воздержавшийся, ну ладно, большинством голосов. А против еще кто-то есть? Кто против? Я предлагаю для того, чтобы определить правомощность, сформулировать, правомочны ли мы продолжать работу. Есть такая информация? Уважаемые коллеги, у нас кворум. 12 членов президиума присутствуют здесь очно. Из 23 членов президиума общего состава нашего. Плюс у нас есть 2 человека, которые участвуют по доверенности. Наверное, нам нужно выбрать секретаря. Ну, разрешите, я уже думал об этом сейчас в течение полутора минут. У нас есть присутствующий член президиума, который официально носит название секретаря. Главный ученый-секретарь. Я предлагаю кандидатуру Михаила Андреевича Гадкова. Кто за это решение? Кто против? Данный формат мероприятия, а именно внеочередное очное заседание, хотелось бы рассматривать как исключительное событие в жизни и в работе нашей ассоциации, нашего профессионального общества, Федерации лабораторной медицины. Конечно же, эффективность, ну, мы все знаем, и все опытные руководители и специалисты, любой деятельности, она повышается при возможности планировать свою вот эту деятельность. И внеочередной формат всегда, и авральный формат, он может привести к большему количеству ошибок. Надеюсь, что с учетом профессионализма и компетенции присутствующих здесь членов президиума, мы справимся с этой ответственной задачей и не разочаруем людей, которые стоят за нами, которые возлагают надежду на наше профессиональное сообщество. В соответствии с регламентом нам необходимо также принять решение о возможности, хотя это уже по факту осуществилось, но мы должны в рамках президиума одобрить участие в нашем заседании присутствующих уважаемых здесь членов ревизионной комиссии и наблюдательного совета. Кто за данное решение? Прошу голосовать. Кто против? Кто воздержался? Решение принято единогласно. Кроме того, мы переходим непосредственно к повестке внеочередного заседания президиума, которое есть у всех на руках членов президиума. В соответствии с повесткой дня, третьим вопросом внеочередного заседания президиума является обсуждение и утверждение положения о выборах в органы ассоциации Федерации лабораторной медицины. Приложение было направлено ранее отдельной рассылкой, все мы его прекрасно знаем и обсуждали достаточно активно. И возможных внесений изменений в устав Ассоциации Федерации лабораторной медицины. Ну, я могу сказать, что в процессе заочного обсуждения положения достаточно высокую активность проявили члены президиума, в частности, вице-президент по работе с физическими лицами Ольга Викторовна Лянг и член президиума Федерации лабораторной медицины Инна Николаевна Савинцева. Позвольте мне сказать, это не как секретарю, а как член президиума. Устав остается неизменным, а вот положение нужно дополнить. Как вы смотрите к такому? Какие еще предложения, может быть, до формирования рабочей группы будут какие-то очные предложения, которые потребуют включения рабочей группы и учета при формировании положения? Пожалуйста. Есть мнение, необходимость принятия положения. Это первое мнение. А второе, создать рабочую группу для того, чтобы уточнить определенные моменты в этом положении. Владимир Николаевич Малахов. Создать рабочую группу, которая будет дорабатывать это принятое за основу положение на основе тех замечаний, предложений, которые поступят. Думаю, что для нас всех даты, реальные даты проведения очного собрания понятны. Это даты проведения конгресса. И слышать обратную связь, реакцию на эти... Потому что это не истина в последней дистанции. То есть 14 это просто дней. Рабочая группа. То есть это около 17-18 июля мы должны с учетом реалистичного подхода и конструктивного... Предлагаю взять за основу документ, вот разработанный проект положения о выборах в органы управления Федерации лабораторной медицины. Кто за это решение? Прошу голосовать. Кто против? Кто воздержался? Игорь Алексеевич Ольховский. Прошу отметить. К
Кто за решение о создании рабочей группы по доработке положения о выборах? Прошу голосовать. Кто против? Воздержавшиеся? Принято единогласно. Пожалуйста, предлагайте кандидатуры. Михаил Андреевич, пометите, если кто будет предлагать. Я бы предложил включить рабочую группу профессора Гильманова. Кто за кандидатуру Александра Жановича? Прошу голосовать. С большим уважением отношусь к Ольге Викторовне Лянг. Считал бы ее достойным для работы в этой рабочей группе, но Ольга Викторовна официально, публично выдвинута как кандидат в президенты нашей ассоциации на общем собрании. Мне представляется, в этом есть конфликт интересов работы рабочей группы и статуса кандидата в президенты. Я бы отвел эту кандидатуру. Обязательно надо проголосовать по этому вопросу, потому что достаточно щекотливая ситуация. Тогда следующее предложение. Первое. Это Владимир Леонидович Эммануэль. Я бы предложил кандидатуру профессора Малахова. Кто за кандидатуру Владимира Леонидовича Эммануэля для включения в группу? Кто против? Воздержался? Принято единогласно. Кто за включение кандидатуры Владимира Николаевича Малахова в рабочую группу по разработке положения? Кто против? Воздержался? При одном воздержавшемся принято большинством голосов. Предлагаю кандидатуру Назмутдиновой Валентины Мансуровны. Кто за то, чтобы предложить Валентине Мансуровне вступить в рабочую группу? Давайте и сразу проголосуем за ее включение при положительном ее решении. Прошу голосовать. Кто против? Воздержавшийся? Ну и предложение, просьба. При одном воздержавшемся, прошу прощения, принято большинством присутствующих членов президиума и внеочередного заседания президиума Федерации лабораторной медицины. Я выношу кандидатуру профессора Долгих Татьяны Ивановны на голосование. Кто за то, чтобы включить ее в рабочую группу по доработке положения о выборах? Кто против? Кто воздержался? Принято единогласно. Коллеги, наверное, нужно еще определиться с формой, соответственно, принятия уже доработанного положения. Как оно будет принято? Заочным ли голосованием, да? Либо что, очно нам опять собираться, да? Поэтому это нужно сделать сегодня. Я думаю, что это будет не единственный вопрос предстоящего заседания президиума. Очная и заочная форма, это решение должно быть принято, надеюсь, плановым, предсказуемым, не во внеочередном формате президентом Федерации лабораторной медицины. Сейчас мы решили принципиально два вопроса. Первое, что мы принимаем за основу. Второе, сформировали рабочую группу, только единственный у нас остался вопрос согласования необходимого с Валентиной Мансуровной Назмутдиновой. И теперь вот тот, мы с него начали, а им заканчиваем. Вопрос о сроках. Владимир Николаевич сказал, что 2 недели, тем более он вошел в рабочую группу, достаточно реалистичный срок при правильном конструктивном подходе, который бы обеспечил включение и учет интересов большинства членов, если не всех членов Федерации лабораторной медицины, которые выскажут свои пожелания, и подготовки документа для последующего утверждения на заседании президиума Федерации лабораторной медицины. Значит, 17 июля вполне реалистичный срок, поэтому мы ждем к этому времени разработку. Поручить рабочей группе к 17 июля разработать положение о выборах в органы управления Федерации лабораторной медицины для последующего утверждения в рамках президиума Федерации лабораторной медицины. Кто за это решение? Кто против? Воздержался? Предлагаю Владимира Николаевича Малахова утвердить председателем этой рабочей группы. Я предлагаю кандидатуру Владимира Николаевича Малахова для утверждения руководителем рабочей группы по доработке, разработке положения о выборах в органы управления Федерации лабораторной медицины. Кто за это предложение? Кто против? Воздержавшийся? При одном воздержавшемся большинством голосов кандидатура утверждена. Я предлагаю перейти к вопросу о возможных внесений изменений в устав Ассоциации Федерации лабораторной медицины.
Вы знаете, что в президиум ассоциации поступило обращение президента Федерации лабораторной медицины с предложением о проведении внеочередного общего собрания. И в соответствии с этим обращением, которое было сначала разослано в рамках президиума, а затем и обнародовано для широкого круга и ознакомления с ним членов Федерации лабораторной медицины, предлагается провести внеочередное общее собрание членов Ассоциации Федерации лабораторной медицины 15 сентября 2018 года по адресу город Иркутск, улица Спартаковская, дом 11. Я предлагаю присутствующим здесь членам Высокого собрания высказаться по этому вопросу. Уважаемые коллеги, все-таки устав – это более такая консервативная часть наших основополагающих документов. Поэтому вот, мне кажется, нужна комиссия, которая бы все это взвесила, поработала и сделала бы свои предложения. Вот я считаю, что в такую комиссию должен войти вице-президент Эммануэль, председатель ревизионной комиссии. Ну, Владимир Николаевич, он председатель наблюдательного совета. Он вице-президент, совета, может, где-то да, другой. Да, наблюдательного совета. Извините, а в данном случае? Ревизионная комиссия Агеев и учредители Савинцева, Пикалов и Ольховский. Нами получен ответ от Министерства юстиции по нашему запросу о процедуре проведения выборов в нашей ситуации. Значит, зачитаю, с вашего позволения, некоторые выдержки из этого письма. Главное управление Министерства юстиции РФ сообщило, что в обзоре по применению законодательства РФ в сфере государственной регистрации, осуществления контроля за деятельностью общественных организаций и иных НКО Министерство РФ выражает следующую правовую позицию. Условие правомочности собрания высшего органа является присутствие в нем более половины его членов. Значит, кроме того, статья 65.2 Гражданского кодекса предусмотрено исключительное право членов организации на участие в управлении ее деятельности. Пунктом 4 той же статьи предусмотрена обязательность и обязанность членов организации участвовать в принятии решений, без которых организация не может продолжить свою деятельность в соответствии с законом. Таким решением, в частности, относится решение о внесении изменений в устав. Это обязанность членов ассоциации участвовать в подобных заседаниях. При этом членство в ассоциации неотчуждаемо. Следовательно, права членов также не могут быть переданы иным лицам, за исключением случая, когда высший орган ассоциации является представительным в соответствии с пунктом 1 статьи 65.3 Гражданского кодекса. Значит, высшим органом является общее собрание ее участников. Некоммерческая организация с числом участников более 100 высшим органом может являться съезд, конференция или иной представительный коллегиальный орган, определяемый их уставом в соответствии с законом. Компетенция этого органа и порядок принятия им решений определяются настоящим кодексом и другими законами устав НКО. Учитывая изложенное, действующее законодательство предусматривает непосредственное личное участие члена в управлении и реализации прав членов организации. В частности, законом предусмотрено личное присутствие членов высшего органа на его заседаниях, а также принятие по вопросам его компетенции решений членами ассоциации, которые, в свою очередь, образуют состав высшего органа управления. Таким образом, общее собрание, высший орган ассоциации, основанный на личном членстве, не может голосовать по доверенностям. Необходима существенная корректировка устава, а именно изменение наименования высшего органа управления с общего собрания на иной представительный коллегиальный орган в связи с текущим количеством членов, более 6 тысяч человек. Основной вывод – мы не можем использовать доверенности, мы должны собираться лично, очно. Илья Викторович, я пожалуйста. Я хотел добавить, может быть, действительно... Уважаемые коллеги, да, сейчас, секунду, Игорь Алексеевич. Важно сформулировать те позиции, которые потом юристы смогут как-то нас поправить. Но мы должны сами сказать, чего мы хотим. Абсолютно точно. Причем, основываясь на принципы положительной обратной связи с большинством, даже, можно сказать, со всеми членами Федерации лабораторной медицины. Только так. Разрешите все-таки вынести на голосование состав рабочей группы с пожеланиями, касающимися функции, высказанными. Я думаю, что мы сможем это сформулировать в протоколе. И для учета деятельности группы по разработке предложений по внесению изменений в устав. Если мы голосуем за группу рабочую в составе Эммануэль, Агеев, Пикалов, Ольховский, Иванов и Савинцева с необходимым, обязательным, категоричным ее согласованием. Она должна дать решение.
Кто за предложенный состав рабочей группы? Кто против? Кто воздержался? Теперь необходимо выбрать старшего. Старшего, руководителя группы. Я предлагаю Андрея Михайловича Иванова. Значит, кто за кандидатуру Иванова Андрея Михайловича как в качестве руководителя рабочей группы по внесению изменений в устав? Кто против? Кто воздержался? Принято единогласно. Определение времени и места проведения общего собрания членов. Я еще раз повторюсь, что буквально в президиум 15 сентября, а было разослано уведомление или обращение президента Федерации лабораторной медицины о проведении неочередного общего собрания по адресу город Иркутск, улица Спартаковская, дом 11, 15 сентября 2018 года. Уведомление было разослано по широкому адресату и для членов президиума, и практически все члены Федерации лабораторной медицины были ознакомлены с этим предложением президента. Какие будут мнения дополнительные к тому, что предложил президент Федерации лабораторной медицины? Пожалуйста. Наша организация не очень там долго, там 4-5 год работает, но у нас уже сложилась традиция общее собрание проводить на конгрессе. Поэтому предлагаю как раз провести общее собрание членов ассоциации ФЛМ на конгрессе в октябре в городе Москве. Я предлагаю вопрос о дате проведения или о датах подготовить рабочие группы, которые будут готовить положение о выборах. Потому что это вопрос компетенции этого документа. Согласен. Положение о выборах. Согласен. Я не думаю, что это вопрос просто надо выносить на голосование. Я понимаю так, предложение о проведении на конгрессе в даты проведения конгресса. А одна дата, две, три или... Это должно быть положением, это представляется. С точки зрения информации для принятия решения и реализуя демократический принцип управления нашей профессиональной общественной организации, ассоциации специалистов и организации лабораторной медицины, Федерации лабораторной медицины, был проведен же опрос, и интересно, есть результаты опроса, который был сформулирован в рассылке. Я, допустим, проголосовал, не буду говорить за что. Опрос по месту проведения. Меня слышно? Да. Опрос по месту проведения, правильно понимаю? Да. Значит, результаты опроса на данный момент. Опрос идет несколько часов. Проголосовало около 250 человек. Значит, результаты следующие. 94,98 за проведение общего собрания в рамках Российского конгресса лабораторной медицины и 5% за проведение в городе Иркутск без личного присутствия с помощью доверенностей. Ну, мы приняли это к сведению. Тем не менее, вот я, как член президиума, как член Федерации лабораторной медицины, привык все-таки иногда и в рамках наших уставных требований обращаться к мнению членов наблюдательного совета. Будут ли какие-то видения относительно правомочности проведения в Иркутске, либо, так сказать, неправомочности проведения в Иркутске со стороны членов наблюдательного совета. Татьяна Ивановна, пожалуйста. Долгих Татьяна Ивановна. Конечно, Москва – это более доступный город, чем Иркутск. Во-вторых, день, который определен, он, на мой взгляд, самый оптимальный, является именно первый день для принятия таких решений. Поэтому, на мой взгляд, вот я полагаю, для того, чтобы обеспечить доступность, это город Москва и первый день проведения конгресса для решения самых злободневных вопросов. Но вы знаете, я еще хочу обратить ваше внимание на один аспект. Ведь у нас по уставу общее собрание членов должно проходить не реже, чем один раз в год, если я не ошибаюсь. Пожалуйста, Аркадий Станиславович, по этому вопросу. Озвучите, пожалуйста. Если можно опять. Так, значит, дата, время и место проведения общего собрания, его повестка дня утверждается президиумом ассоциации и доводится до сведения всех членов ассоциации не позднее, чем за один месяц до начала его проведения. Пункт 5.3.1 устава. Также уставом компетенции президиума отнесено определение формы проведения общего собрания членов ассоциации. Пункт 5.3 устава.
Общее собрание в форме совместного личного присутствия правомочно, если на нем присутствует более половины членов ассоциации. Решения принимаются простым большинством голосов членов ассоциации, присутствующих на общем собрании, открытым или тайным голосованием по решению общего собрания. Решения по вопросам исключительной компетенции общего собрания ассоциации принимаются квалифицированным большинством 2/3 голосов членов ассоциации, присутствующих на заседании. О включении в повестку дня вопросов, первоначально в нее не вошедших, члены ассоциации должны быть извещены не позднее, чем за неделю до даты проведения общего собрания. На основании проведенного анализа представлено уведомление о проведении очередного общего собрания членов ассоциации, имеется в виду обращение президента к президиуму, сообщаем следующее. Первое. Президиум ассоциации обязан рассмотреть обращение президента о созыве очередного общего собрания членов ассоциации. Это наша обязанность как президиума. Второе. Президент ассоциации не наделен уставом права определять время, место, форму проведения и повестку дня собрания членов ассоциации. Решение данных вопросов отнесено к компетенции президиума ассоциации. Пункт 5.3.1 устава. То есть это наше право как президиума определить инициированное место проведения инициированного внеочередного общего собрания. Аналогичное право президиума по созыву общих собраний членов и определению места, времени, формы проведения и повестки дня указано также в абзаце 2 пункта 5.14 устава. Общее собрание, согласно уставу, обеспечивает права и обязанности членов ассоциации. Одновременно с этим в статье 65.2 Гражданского кодекса предусмотрено исключительное право членов ассоциации на участие в управлении ее деятельностью. Очередное общее собрание ассоциации обязано проводить не реже одного раза в год. Уведомление содержит повестку, включающую вопросы исключительной компетенции. Проведение аналогичного с очередным собранием со схожей повестки нецелесообразно. Выбор места проведения собрания как город Иркутск, учитывая местонахождение ассоциации Москва, помещение, указанное в уведомлении, не способно вместить кворум. Шестое. Выбор формы голосования по доверенности неприемлем в связи, я если можно не буду зачитывать, уже это доложено в предыдущей справке. Все, спасибо за внимание. Мы должны проголосовать как раз наше отношение президиума к решению сделать собрание в Иркутске. Должны проголосовать это. Потому пожалуйста, что раз президиум определяет... Мы услышали вас. Владимир Николаевич, пожалуйста. Коллеги, мы имеем два предложения о месте и времени проведения общего собрания. Одно из них Иркутск 15 сентября, другое это с 3 по 5 октября этого года в рамках проведения конгресса. Есть два предложения. Мы должны, мне представляется, проголосовать за каждое из них и принять по большинству голосов. Владимир, я предлагаю согласиться с мнением и предложением Владимира Николаевича и уважаемого представителя ревизионной комиссии с необходимостью голосования по двум вопросам озвученным. Первый вопрос – предложение. Кто за предложение президента Федерации лабораторной медицины о созыве внеочередного собрания членов Федерации, внеочередного общего собрания членов Федерации лабораторной медицины в городе Иркутск 15 сентября 2018 года по вышеназванному адресу? Кто против? За Иркутск. Кто воздержался? Единогласно это предложение отклонено. Второй вопрос. Кто за проведение общего, очередного общего собрания членов Федерации лабораторной медицины в городе Москва с 3 по 5 октября 2018 года во время проведения, в месте проведения Российского конгресса по месту, ну или вместе, или по месту проведения Российского конгресса лабораторной медицины. Кто против? Воздержавшиеся. Принято единогласно. Я вот сейчас посмотрел еще дополнительно, я, к сожалению, так подробно не успел подготовиться к председательству, посмотрел, что в работе общего собрания членов федерации должны, так сказать, к нему должна быть подготовлена силами и при участии ученого, главного ученого секретаря федерации повестка. Поэтому с учетом уже определившейся времени, даты и места проведения общего собрания членов, я предлагаю поручить, он сегодня мне поручал два раза, по-моему, работать в рабочей группе. Я со своей стороны предлагаю поручить главному ученому секретаря и секретарю
разработать или подготовить проект повестки общего собрания членов Федерации лабораторной медицины в 2018 году. Кто за это предложение? Михаил Андреевич, у вас не будет отклонений? Кто против? Кто воздержался? Принято единогласно. Андрей Михайлович, значит, я предлагаю вот такую рекомендацию сформулировать для научного комитета, все-таки учитывать те обстоятельства, которые сегодня звучали. Бы собрание спланировать так, чтобы это было все-таки дневное или утреннее, первая половина дня, и чтобы это было в первый, максимум второй день. Может быть, я не знаю, тут процедурно, может быть, это голосование должно быть растянуто во времени, хотя я не уверен. Сергей Васильевич, если не будет других предложений членов Федерации лабораторной медицины, они вполне вероятны. Михаил Андреевич, мне кажется, в сетке изменения все равно происходят, это неизбежно, это процесс сложный, я понимаю, но вот мне кажется, это очень крайне важно учесть. Навскидку, чтобы мы понимали друг друга, чтобы провести общее собрание, параллельно ничего не должно идти. У нас есть утро первого дня только одна возможность. Либо мы начинаем работу нашего конгресса не в 10 утра, а в 9. Это первый вариант. Второй вариант, мои предложения, еще раз говорю, навскидку. Тут, кстати говоря, в зале присутствует член научного комитета, они прекрасно знают, что программа нашего конгресса полностью сформирована. Это абсолютно ответственное заявление, она полностью сформирована. И поэтому любые изменения, они, в общем, травматичны. Второй вариант, мы можем пойти с вами на беспрецедентную такую акцию, я, в общем, не вижу в этом тоже ничего страшного, но она беспрецедентная акция. Давайте отменим пленарное заседание. Мы не имеем права, у нас же есть научный комитет, председатель научного комитета. Юрий Владиславович, пожалуйста. А я как раз хотел поддержать Михаила Андреевича и предложить открыть конгресс общим собранием. Но ничего страшного, мы приедем на час раньше, на полтора часа, с полдевятого. Знаете, я хочу обратить ваше внимание, что сейчас мы высказываем мнение ограниченного количества членов президиума, хотя и глубоко уважаемых, и компетентных, не вызывающих сомнений по своему опыту, авторитету. Но, наверное, нам надо учесть и мнение большинства членов Федерации лабораторной медицины, поэтому я предлагаю все-таки создать какие-то технические возможности. Евгений Васильевич, опять же поддерживаю вас. Правда, нам необходимо создать технические условия для получения обратного, так сказать, пожелания от большинства членов Федерации лабораторной медицины по формату и, так сказать, варианту проведения общего собрания. Когда это будет? Согласны вы? И я бы предложил поручить решение, подготовить проект этого решения совместному кворуму рабочей группы по подготовке выборов и научному комитету. Следующий вопрос. Определение времени и места проведения выборов в органы управления ассоциации. То есть мы-то говорили сейчас, голосовали о проведении общего собрания, а сейчас возникает вопрос, совмещать ли эти два события, либо разделять. Какие будут предложения? Большинство членов высказали пожелание и предложение совместить проведение выборов в органы управления ассоциации с моментом или временем и местом проведения очередного общего собрания членов Федерации лабораторной медицины. Кто за это предложение? Прошу голосовать. Кто против? Воздержавшиеся. Принято единогласно. Следующий вопрос повестки дня. Об обращении аффилированного члена FCC по оплате членских взносов 2017-2018 год. Для меня это немножко такой таинственный характер носит. Этот вопрос. Аркадий Станиславович, еще есть дополнение какое-то? Может, пояснение? Уважаемые коллеги, мы получили обращение от аффилированного члена FCC, это ассоциация, которую возглавляет Вавилова Татьяна Владимировна, с просьбой помочь с оплатой членского взноса. Заранее скажу, что я за, но все-таки прошу уточнить, аффилированный от имени кого? Что представляет Татьяна Владимировна? Региональная ассоциация клинической лабораторной диагностики города Санкт-Петербург. А все-таки хотелось бы более развернутое пояснение по этой ситуации получить. Вот это региональная ассоциация, она является членом нашей ассоциации? Или это независимая от нас организация, юридически? Да, все правильно. Пожалуйста, Аркадий Станиславович. Насколько нам известно, да, она является членом. Предлагаю проголосовать за положительное решение об оплате членских взносов
аффилированного члена IFCC. Голосуют только члены президиума, правомешающего голоса. Пожалуйста, кто за это решение? Кто против? Кто воздержался? В любом случае, значит, с учетом повторного голосования, принято положительное решение об оплате членских взносов. Следующий вопрос членам Высокого собрания. Есть что сказать в дискуссии, может быть, какие-то недоговоренности, может быть, какие-то сомнения озвучить и в таком формате обсудить, а может быть, потом в последующем перенести часть проблемных вопросов для обсуждения на общем собрании членов Федерации лабораторной медицины. Пожалуйста, кому из присутствующих угодно выступить? Юрий Владиславович, пожалуйста. Человек, ну, скажем так, Министерство здравоохранения не был одновременно руководителем общественной организации. При этом я, например, глубоко убежден, что не только президент, но и уважаемый генеральный директор, исполнительный директор тоже не имеют права сочетать эти две функции. Вот я бы очень просил, чтобы те комитеты, комиссии, рабочие группы, которые будут работать над нашими документами, этот вопрос продумали. Вы видите, что в последнее время, скажем, в нашей ассоциации куда-то исчезла юридическая помощь. Сейчас же невозможно на сайте получить юридическую помощь. Этот раздел не работает. Уважаемые коллеги, Новосибирская областная ассоциация врачей клинической лабораторной диагностики. Она выступила в свое время как соучредитель Федерации лабораторной медицины. И мне было поручено как председателю согласительной комиссии по созданию, значит, Федерации лабораторной медицины написать письмо, обращение к всему лабораторному сообществу России и провозгласить те принципы, которые были отражены в будущем уже в учредительном договоре, на каких принципах создается наша общественная организация. Ей были заявлены принципы демократической смены власти. У нас были принципы совместного профессионального руководства. У нас были принципы сменяемости руководства. И это, как раз на мой взгляд, и нашло отражение в поддержке, очень широкой поддержке наших сотрудников, специалистов лабораторной медицины, этого сообщества, которое действительно заняло очень серьезную нишу в медицинских профессиональных сообществах. Поэтому, если мы говорим, может быть, про какие-то частные вопросы, но это ценности, это наши ценности, это мы показываем пример следующему поколению. Мы ответственны перед старшими товарищами, которые дали, благословили на нашу работу. Профессор Меньшиков в том числе. Это он поставил, значит, условия о вхождении общества, научно-практического общества клинической лабораторной диагностики, о участии в Федерации лабораторной медицины, что будет сменяемость власти, и что руководитель ассоциации ФЛМ может быть избран только лишь на 2 года, и срок этот может быть только один раз повторен. Это наши ценности. Поэтому для того, чтобы говорить о вопросах контроля качества, профессиональной подготовки, нам нельзя забывать про наши ценности. Это наши основы. Спасибо. В большинстве регионов нашей страны вызывает опасения, и может быть связано, оно закономерное опасение, скорее всего связано с недостаточной информированностью профессионального сообщества, применительно к некоторым соглашениям, которые были заключены от имени Федерации лабораторной медицины.
Одним из последних таких соглашений было соглашение с государственной корпорацией Ростех. И вызвало широкий резонанс вот это оглашение информации о наличии такого соглашения. Не все члены Федерации лабораторной медицины, будем прямо говорить, поддержали его. Не то, что поддержали, категорически против выступили. И я думаю, что это, конечно, издержки недостаточной информированности всех нас. Аркадий Станиславович, может быть, в какой-то степени вы проясните вопрос на эту тему? Значит, во-первых, в двух словах. Это те направления и те организации, которые в рамках группы компании Ростех занимаются здравоохранением. Как мы видим, здесь есть и производство, и поставки медизделий из очень разных сегментов, и управление различными медицинскими активами, и создание высокотехнологических объектов здравоохранения, то есть инфраструктурные проекты. То есть Ростех уже в здравоохранении. Значит, как был инициирован проект? Значит, где-то полтора года назад руководители проекта, которые решили по тем или иным причинам заниматься лабораторной диагностикой, обратились к нам с тем, чтобы мы их консультировали. Значит, долгое время все оставалось на уровне разговоров. И в начале этого года началось некоторое движение по этому проекту. Поскольку вопрос довольно серьезный, по инициативе президента вопрос был вынесен на заседание президиума, чтобы члены президиума приняли решение, нам участвовать в этом проекте или нет. Значит, была подготовлена справка, и, собственно, к сожалению, не удалось организовать очное заседание президиума, хотя в рамках традиционной весенней конференции мы могли собраться. Но было принято решение провести заочное голосование. Собственно, вот представлена выписка из протокола заседания президиума. И есть результат этого голосования. Собственно, как вы видите, 16 человек проголосовали за поддержку подписания этого соглашения. 3 человека, включая президента Анатолия Левича, против, и 1 человек воздержался. Значит, собственно, здесь написано, в какой форме было принято решение. Заключить соглашение о сотрудничестве. ИМЦ концерна «Вега» — это та структура, которая уполномочена в рамках группы компании «Ростех» заниматься этим проектом. И поручить исполнительному директору к следующему президиуму подготовить проект правил проведения экспертизы проекта. Собственно, вот это решение было принято. Значит, какие наши задачи в рамках этого проекта? Я хотел бы сделать на этом акцент. Мы не делаем этот проект. У нас 3 задачи. Во-первых, нам нужно защитить интересы рядовых членов ассоциации, когда представители группы компаний «Ростех» будут реализовывать проект, что будет с нашими членами. Мы должны их интересы отстоять. Второе, мы должны оградить те регионы, где существующая структура позволяет проводить исследования достаточного уровня качества от реализации этого проекта. И третье, мы должны реализовать то, ради чего мы создавались. Общественный контроль за ходом реализации подобного проекта, проекта подобного масштаба. Защитить, оградить и организовать общественный контроль. Значит, что уже удалось сделать на сегодняшний день? Мы еще для них не сделали ничего. При этом удалось остановить реализацию этого проекта в нескольких регионах. В Иркутске, в Костроме и еще в ряде регионов, к сожалению, не имею права их озвучивать. Во-вторых, изначально озвучилось, что этот проект делается с только одной компанией, с компанией Siemens. Удалось добиться возможности участия любой компании-поставщика, которая готова к организации производства на территории РФ. Это условие участия в проекте, потому что Ростех реализует этот проект в модели, то есть для них главная цель – это локализация производства и обеспечение национальной безопасности в области производства медицинских изделий инвитро-диагностики. Значит, уже любая компания может участвовать в этом проекте. И, собственно, мне позволили это озвучить, что ряд компаний, помимо Siemens, заключил соглашение с ИМЦ концерна «Вега» напрямую о реализации совместно этого проекта. Третье. Получены, к сожалению, пока обещания некоторых социальных обязательств перед теми членами ФЛМ, которые будут участвовать, ну, из тех регионов, где будет реализация этого проекта. Значит, что от нас требуется? Общественная экспертиза проекта. То есть нам это наша уставная цель. Почему бы нам это не сделать? Значит, что такое социальное обязательство, которое готов пока на словах взять на себя реализатор этого проекта? Первый. Приоритетный найм специалистов, членов ФЛМ в этот проект. Второе.
ответственность за организацию обучения и повышения квалификации специалистов в тех регионах, где по тем или иным причинам это требуется. И третье – сохранение максимального количества рабочих мест. Это то, что пока озвучено. Значит, что мы планируем сделать? Первое. Если будет опять-таки принято решение, что мы продолжаем участвовать в этом проекте. Доработать и утвердить положение об экспертизе проекта. Мы еще не сделали ничего. Я хотел бы сделать на этом акцент. Ничего. У нас нет положения, соответственно, мы не можем его реализовывать. Единственное, пока все только на уровне разговоров. Второе. Дождаться представления первого проекта. Еще не разработан ни один проект в рамках этого соглашения и вот этой стратегии концерна. Как только он будет разработан, мы планируем получить его на экспертизу. И поскольку подписано соглашение и неразглашение, то будут привлечены те эксперты, которые будут готовы проводить эту работу для того, чтобы осуществить экспертизу этого проекта. Чтобы мы не оказались с одной лабораторией на регион. Третье. Наша задача – обеспечить формализацию взятой группы компаний Ростех на себя обязательств. К сожалению, мы не можем гарантировать, что это все будет реализовано, но наша задача – формализовать те обещания, которые пока даны на словах. И четвертое. Добиться возможности влиять на те регионы, где этот проект может быть реализован, чтобы защитить те регионы, где это не нужно, и если это регионам нужно, привлечь из региона специалистов в реализацию этого проекта. Если мы это не сделаем, то, как мы видим, по опыту других направлений, это будет сделано в любом случае. Соответственно, я хотел бы сделать на этом акцент. Мы не можем остановить этот проект. Это не в наших ни полномочиях, ни компетенциях. Но мы можем влиять на ход его реализации. У нас есть такая возможность. Почему от нее отказываться? Уважаемые коллеги, вот сейчас я послушала то, что мы говорим. А ведь мы говорим только о том, чтобы остановить реализацию. И мы в этом сообщение не прозвучало, для чего этот идет проект. Я хотела бы, чтобы мы этот проект, в общем-то, преподнесли и посмотрели его преимущества. И, скорее всего, этот проект должен начать работу в регионах, но не там, где начата работа, чтобы ее разрушить. Мы должны учитывать мнение учредителей организации. Я говорю о государственной службе. Мы должны учитывать те финансовые возможности, которые есть на каждой территории. Ведь там же вопрос прорабатывается на уровне министерства, департамент, включаются финансисты, включаются службы другие, в том числе и ФОМС и так далее. Поэтому вот я хотела бы разумно подойти к этому комплексной оценке, вернее, этого проекта и использования тех преимуществ, которые он может дать для нашего отечественного здравоохранения. Если регионы, в которых реализовывается оптимизация лабораторной службы, они, у них будет отчуждено право управлять своими проектами, они будут отданы частной компании, то общественная организация не может это поддержать. Спасибо. Извините, я никто сначала здесь, я просто главный редактор. Я хочу сказать, что вот эта дискуссия на сегодня лишняя. Вот мне кажется, что общественная организация в проекте такого класса может выступать как архнадзор. Все. Мы можем следить за развитием этого проекта и разным образом его комментировать. То, что этот проект не будет нами управляться, 100%. Мы, помните организацию общественную? Архнадзор. Не сносить церковь, перенести, рабочие места сохранить. Очень доходчивая аналогия. Ольга Геннадьевна, пожалуйста. Алексей Владимирович, спасибо большое за ваш комментарий. Это именно то, что происходит. Нас готовы услышать, но мы точно никогда этим проектом руководить не будем. Андрей Михайлович, позвольте, вот вопрос как раз-таки задать от регионов. Этот проект является очень чувствительным и крайне болезненным для регионов. И у нас возникает два вопроса. Для чего этот проект, с какой целью он поддержан нашей общественной организации, которая должна защищать в первую очередь интересы службы? И второй вопрос, что было бы, если бы президиум не поддержал этот проект? Можно просить это Ростех прийти сюда к нам, и тут бы мы с ними разобрались.
Ольга Геннадьевна, я к вопросу Ольги Геннадьевны, за что мы голосовали? Мы же не поддерживали. Коллеги, во-первых, кто сказал, что мы поддерживаем этот проект? Где это сказано? Сергей Васильевич, пожалуйста. Когда мы создавали федерацию, мы как раз рассчитывали на то, что такая структура, как наша федерация, может как-то влиять или участвовать в обсуждении. Ну и в идеале, будучи организацией очень мощной, без которой не может министерство на месте принимать решения, как без медицинской палаты, например, да, то значит, мы рассчитывали, что мы все-таки сможем вот решать те профессиональные интересы, защищать, которые всех беспокоят. Значит, ради чего я взял это слово? Значит, нужно лучше информировать наших сотрудников, наших коллег тем, что происходит в дирекции. Вот этот проект, вот то, что презентация сегодня... Вот, а членов президиума тоже Аркадий надо показал, лучше. А? И членов президиума лучше надо информировать. Работу президиума лучше позиционировать как-то, понимаете? Кто о чем говорит и чего добивается. В одном один респондент прямо так и написал. Что делает президиум? А что делает наблюдательный совет? Вот эти слова я специально говорю вслух, чтобы вы задумались и поняли, что нас народ плохо, так сказать, знает, плохо слышит, что мы добиваемся, о чем мы говорим. Я напомню вам, что у нас должно быть больше половины всех наших коллег, специалистов. Тогда нас будут слушать. Вы знаете, вот это обсуждение очень жаркое и заинтересованное. Оно говорит о очень многом. И прежде всего о том, что наш президиум полноценно не имел возможности работать. Мы не имели возможности это обсудить. У нас не было никаких очных заседаний. И вынесение столь сложных вопросов на заочное заседание – это, конечно, бессмыслица. И это глубочайшая ошибка действующего президента. Он очень много сделал. Но это явная ошибка. Президиум и наблюдательный совет полностью дезорганизованы. Это первое. Второе. Но у нас с вами есть региональные комитеты, а на их обсуждение это выносилось, и тоже нет. Я думаю, что вот этот вопрос сейчас нужно остановить, не обсуждать, и вынести на отдельное заседание президиума вопрос с Ростехом. В итоге мы в любом случае должны обратиться к президенту Федерации лабораторной медицины с инициативой проведения очередного заседания, очередного, подчеркиваю это, не очередных, я думаю, их достаточно, очередного заседания президиума Федерации лабораторной медицины. В его праве определить заочную или очную форму, это уже следующий момент. Владимир, Татьяна Ивановна, пожалуйста. Я хотела бы, чтобы были внесены соответствующие дополнения и изменения о роли наблюдательного совета, о том, что при рассмотрении проектов обязательно он был проинформирован и мог выдать свою информацию для дальнейшей рекомендации. Причем по инициативе наблюдаемого, а не наблюдателя. Мне бы хотелось ваше мнение в состав наблюдательного совета приглашать не обязательно членов федерации, крупных клиницистов, с которыми мы работаем, представителей искусства, ну, в общем, те, кто достойны наблюдать за нашей работой. Все те возможные споры о дальнейшем движении и о том, что мы делаем, в том числе и касаемо, значит, договоров с Ростехом, вызваны тем, что мы должны были констатировать вовремя, что первый этап становления общественной организации, которые были поставлены текущему президенту Федерации Анатолию Глебовичу, они выполнены. И определить стратегию развития Федерации лабораторной медицины на дальнейшие годы, которую передать в руки нового президента, нового президиума и исполнительной дирекции, мы должны были, как президиум, сделать на действительно наших очных совещаниях и определить, сделать стратегическую сессию для определения, а куда мы движемся. И об этом громко и правильно, красиво заявить, довести до всех участников федерации. Иначе возникает вот этот диссонанс в понимании, о котором Сергей Васильевич говорил, что люди не понимают, а для чего, а куда мы движемся и почему мы должны оставаться членами этой федерации. В стратегическом развитии службы лабораторной диагностики России возникают лишь тогда, когда отсутствуют
собственная концепция развития услужбы. И вот эта задача, которую мы должны реализовать в виде стратегии развития медицинской службы, только тогда мы можем внутри этой службы увидеть общественную организацию. Как в качестве предложения, значит, есть успешные региональные проекты развития лабораторной службы как кластеров. Такие, как в Омске, как в Москве, как в Краснодаре. Понимаете, мы должны поддержать эти проекты. Илья Викторович, пожалуйста, Лариса Васильевна. Уважаемые коллеги, ну, если это Федерация лабораторной медицины, если мы с вами ассоциация специалистов, высококвалифицированных в лабораторной диагностике, так может быть взаимодействовать? Давайте посмотрим, что это за проект. Лариса Васильевна, согласен с вами. Вы знаете, у меня еще вот навели на такие мысли, что, наверное, нам надо своеобразную инвентаризацию вообще всех проектов, в которых участвует Федерация лабораторной медицины, на формальной основе или неформальной. Ведь даже присутствие наших представителей на открытии какого-то проекта уже может трактоваться как наше участие в нем, одобрение, да ведь? Поэтому нам, по идее, надо вот эту работу провести широко. У нас же есть, наверное, комитет, вот Михаил Андреевич только про комитеты говорил, который может взять на себя эту миссию. И, наверное, ему... Но это уже вопрос рассмотрения следующего президиума. Этот вопрос мы сейчас не выносим на голосование. Но дискуссия в любом случае должна быть. Правда ведь? По сути, есть мнение ваше, я услышал, и призыв выполнять наши уставные цели и задачи во всем спектре предполагаемых направлений. То есть не концентрируясь на чем-то одном. Мы определили, что ближайшие наиболее... такой актуальный и животрепещущий вопрос, это разработка положения о выборах, если я не ошибаюсь. Мы отметили, что это 17 июля. Значит, если 17 июля мы принимаем вот этот готовый вариант положения, то следующее заседание президиума должно быть плюс, или в этот же день, или на следующее оглашено, это 18-го, за 14 дней. Плюс 14 дней. Нет, 2 августа. 2. Значит, кто за инициирование следующего заседания и выход и, так сказать, обращение с данной инициативы на имя президента Федерации лабораторной медицины о проведении очередного заседания президиума Федерации лабораторной медицины 2 августа. Форму определяет президент. А заочно или очно? Кто против? Кто воздержался? Один человек воздержался, при одном воздержавшемся. Цыренко воздержался. Принято большинством голосов. А может, не по процедуре, то есть как бы просто в разном, в разделе разное, о формировании квалификационных требований к определенным должностям в Федерации лабораторной медицины. Поскольку мы стали членами АФСС в том числе, и там, значит, этот вопрос озвучен, вот, то, соответственно, на усмотрение, то есть исполнительной дирекции и ревизионной комиссии, я бы предложил более тщательно проверять представляемые документы отдельных людей, которых мы называем в дальнейшем экспертами, вот, поскольку уже не единичные случаи у нас есть, когда люди, привлекаемые к экспертной деятельности, не соответствуют никаким квалификационным требованиям, не только с точки зрения FCC, но и с точки зрения нормального здравого смысла. Андрей Михайлович, еще я хотел, значит, напомнить, что у нас в уставе, значит, заложено требование отчетности вице-президентов о своей деятельности, которой не было, то есть как бы раз в год перед президиумом, поэтому, то есть в рамках проведения президиума просьба была бы запланировать ученому комитету проведение президиума во время конгресса с отчетами вице-президентов, ученого секретаря. Ну, опять же, эту инициативу должен рассмотреть президент федерации. Спасибо, Евгений Васильевич. Какие еще будут дополнения? Да, Владимир Николаевич, пожалуйста. Примерно год назад я дал отрицательное заключение на предложенный мне вариант электропарамагнитной оценки конформации альбумина в дифференциальной диагностике опухолей и воспалительных процессов. Я сказал, что эта работа давным-давно проведена и никакого эффекта не будет.
Прошло полгода, и мне приносят все документы, подписанные двумя экспертами. Я сам не считаю себя большим специалистом в электронном парамагнитном резонансе, но все-таки я хоть знаю конформацию и как ее можно оценить, но как же эксперты тогда от нашего имени дают такие заключения? Глубоко уважаемые коллеги, я предлагаю считать повестку, исполнение повестки сегодняшнего заседания выполненным. Какие будут альтернативные предложения? Разрешите, на правах председателя я обращусь просто. Глубоко уважаемые коллеги, давайте проявим мудрость, уважение, бережное отношение друг к другу ради достижения общей профессиональной мечты. Давайте друг другу и нашим коллегам шанс на новые достижения и такое развитие событий в жизни Федерации лабораторной медицины, которая позволит нам и нашим последователям испытывать чувство профессиональной гордости. Большое спасибо за работу.